Миллиметр за миллиметром, слой за слоем. Именно так на площадке «Волга-спорт-арены» появляется новое ледовое покрытие. Почти два месяца назад спортивная арена закрылась на летнюю профилактику, но уже сейчас на главной ледовой площадке региона заканчиваются последние работы по подготовке сооружения к началу нового сезона. К 30 июля мы планируем быть полностью готовыми к началу нового сезона. 31 июля, воскресенье, у нас торжественное открытие официальное. С 12 часов дня мы открываемся. Как в рамках работы секции кружков деятельности с Дюшор и хоккейного клуба «Волги», так и в плане массовых катаний для жителей города Ульяновска. Вместе с массовыми катаниями в «Волга-спорт-арене» стартуют и крупные всероссийские и международные турниры. 23 августа на ледовой арене начнется розыгрыш второго по счету Кубка «Волга-спорт-арены». Одним из приятных сюрпризов для болельщиков станет бесплатный вход на кубковые игры. Также Дворец спорта примет первый этап Кубка России по бенди. Неделя жарких баталий стартует уже в сентябре. Кроме этого, 10-11 сентября планируем мы, уже на следующей неделе заключим такое соглашение с Федерацией, что 10-11 сентября к нам приедет сборная России по хоккею с мячом и проведет два матча с нашей Ульяновской «Волгой». В новый сезон с новым президентом. В областной федерации бенди сменился руководитель. Новым президентом организации назначен Марат Шакуров. И у нас планы хорошие, перспективы. Обязательно то, что поддержка Минспорта оказывается, то, что губернатор Сергей Иванович нам оказывает такую большую поддержку. Мы благодарны в этом. Мы обязательно будем оправдывать доверие, развиваться. Благодаря нашей спорт-арене здесь будут очень много турниров, помимо ночной лиги, первенства области. Руководство «Волга-спорт-арены» отмечает, что цены на все спортивные мероприятия, в том числе массовое катание, останутся на прошлогоднем уровне. А с мая по июль 2017 года Ледовый дворец примет множество различных спортивных событий. Артем Петров, Олег Тоньшин, репортер 73.